свойство. Я же тебе диктую. Так, свойство. Безопасность там вкладка. Ага. Чуть ниже изменить. Бебо, надеюсь, я не испугаюсь. И галочка, где запись запретить. Запись запретить. Все. Ты в РОРО закинул эту хуйню в патче? Я думаю, сейчас убьем нахуй. Ну, с такими-то духами. А еще ренжа есть патч на ренжу вихря нахуй на 50 метров? Так, Арислин, почему меня не пускают на X4 после этого нахуй? Я в статус. То же самое, Кана, говорит, блядь. Кана мне вылазь написал, говорит. Ребята. Говорит, это. Ну, впустил. Просто долго соображал. Да не, говорит, мужики. Есть влажная салфетка, говорит. Я кумысом на нее побрызгал, монитор вытер, ебать. Вообще охуенно, говорит. Да, походу меня рисует. Не, мужики, ну, конечно, ставить патч на духово, это пиздец, конечно. Ну, я вообще впервые за столько лет с этим сталкиваюсь. Может, раньше патчей не было. А что делать, если у нас, блядь, по КД просто все ловится, нахуй. Не, ну я сам первый раз такой не вижу, чтобы, типа, духов ловили. А есть патч леди уменьшить, наоборот, чтобы она не мешалась? Не, раньше тоже были патчи, то, что другие цветом, типа, их делали. Там это еще 2010-х годов, это видео можно найти на Ютубе. Да это нормальная как бы практика, как бы, чего вы паритесь? Mm-hmm. Вот играть на минималках просто. Вот я, допустим, на минималках играю, плохо видно, приходится присматриваться. Потому что, ну, комп просто не позволяет играть на максималках, как некоторые сидят. А если лупу взять, к монитору приблизить, так и смотреть нормально. Да, лупу. Сказал бы тебе что-то, знаешь, блядь. Не лупу, а за лупу. Я тебя понял, ладно. Мне тоже к экрану приложить? Приложить к экрану. Духов сразу видно. Она как стрелка работает. Ебать, Кратос нахуй тоже пошел духов хуярь. А где я, где? Куда ставить? Где? В руру закинь. Не, куда заходить? Дата? О, нашел. Дата, контроль, делить, все нормально. Удали дату, нахуй. А мне объясните, почему патч X удаляется? Так что там? Я поставил то, что в гайде написано сделать. Я поставил. Значит, не поставил. Не, я поставил. Значит, не поставил, но у меня все работает. Перекурили, гуляем, что там стоп? Ты обновил этот? Там же ну, я жду, пока все зайдут. Ты куришь, вот врёшь же, а? Куришь же. Да, я курю и жду, пока все зайдут. Вот мне всегда леди нравилась, вот как босс, блядь. Почему? Потому что на X2 на экстриме играли, у нас на ней никогда не было проблем. 2-3, максимум. Там легче было. Граев, ебать, понимаю. Там хп-то было у него поменьше. Да так же хп, господи. Не, мы на актуале тоже, когда в то время. Но не сравно эти ребята. Мы на... Да подожди, стой, дай я скажу. Блять, мы одна из трех, допустим, гильдий, всегда ее закрывали вообще без проблем, блять. Те там вайпались на ней, там, 1000 траев, мы 3-4-5 траев, все, закрыли, пошли дальше, ебать. Тут, блять, ненавижу я ее уже, это пиздец какой-то. Никогда у нас не было проблем. Все, у нас синдра вычеркнут, по леди записано, да, Серега? Да, блядь, я синдру ненавижу, потому что там, блядь, люди... Леди закрывают от духов, бегают, блядь, а за глыбой спрятаться не могут, блядь. Так, как... Должно, а понимаешь? Пиздец. А тут пиздец. Да, ну что, как за... долго тебе ждать? Я захожу уже, я захожу. В Т5, блядь, и бышкой я могу сейчас закрыть некоторые гильдии, я... нахуй, сейчас вообще не буду говорить про хайп. Ну, на Володе стримы есть актуальные, блядь, синдра X2, X3, ой, вот, леди, никогда мы тут не вайпались. Ну, там 2-3-4-5 вайпов, может, максимум, все, блядь, убили. Мангики. Беба, насколько он здоровый. Я просто хотел увидеть размеры. Да, мужик, наверное, рассказал реально, как мы хуй. Это даже есть стрим, блядь. Больше, чем точнее, вырос, вырезка, блядь, где бог вместе с синдром убивал. Нет, он же сказал, как ему хуй. То есть вообще маленькая там рядом бегает, вообще ну, ничего. Чем меньше, Калиот, что там у тебя? Тоже, наверное, тут дух восстанавливает. Старый, ты че, ебнулся? Да. Там нет. Ладно. Ебать, ты меня болит. Калиот. Ну, даже ответить не можешь. У тебя на опыте. Вылетел. Да жалко просто, старый, блядь. Срочно бьё, ФК. Съём, что подается, да? Чё, чё тут? Я один отошёл. Не-не, срочно. Один. Блядь, я бы уже покурил, нахуй, ёбки. А, ну, здоровее будешь.
Ты так просто, блядь. Курить, ты помнишь, Кара? Курить это плохо. Пока трубку забьешь, там, блядь. Бля, а вот кумыс какой вкус? Вкусный? Я хуй знает, не помню. Вкусный, а я пробовала, очень вкусно. Как-то в санаторий ездила отдыхать, и там меня кумыс угощали. А чем сравнить можно? Вот, Кана, не пойми меня неправильно, но мне кажется, ты пиздишь и не пробуй. Это вообще джин. Это прям охуенно. Слышишь, Юля, а на что он похож? Ну вот есть Тан, Айран, в магазинах продают с похмелья. Ну, типа того, да, кисломолочный. Перчиво, пацали. Ну, типа кефир с алкашкой? Ну, там нет алкашки? Нет, там алкоголь. Просто забродивший, поэтому голода. Так нахуй это пить тогда? Полезно, говорят, очень для потенции. Не надо тебе? Бебе не пригодится, я думаю. По размеру. Я понял. Я порой иногда дрочить не успеваю, нахуй, чтобы успокоиться. А чё мы ждём? Все же тут вроде. Человек, который пошёл куда-то там, в туалет вроде. Ты убил. Только зябр, наверное. Она тоже не может сдержаться. Ну, неплохо, считайте, идём. Если брать цельные пулы без вайпа, которые я говорил, ну, вот мы примерно сделали там 6 пулов за 2 часа. За полтора, ладно. Не играл несколько месяцев, не поймал ничего. Вот рыба. Короче, смотрите, я придумал, что нужно делать, чтобы вот так нормально проходить. Надо набрать до хера людей в гильдию. Если там словил 3 вот таких вот больших слака, там 3 духа, все, выходишь из рейда, вместо тебя заменяют людей. Ебать, на пару тысяч человек. Ты наберешь народу? Ты наберешь народу? Настал блютишь вопрос. Она сейчас вышла, заслужил в чем-то, блядь. Для какой-то особенный. А, кипи себя. Еще. А, окей, сейчас. Все, давай, чё. Пойдет 2 хп, ебать. Вообще сподвисло, нахуй. А лапку не дают, что ли? Да, лапку, наверное. Ну, мне и приста бафа нету. Типа, ладно. Я заеду по всем приста. Тут бахата раньше эмку, ебать. Диспензи, пожалуйста, диспензи. Тут Мира и Леондра, чей, блядь, приверженность стоит? Раздали контрол. Проклятие цепенения, весь бой, все. Вот да ебаные вы выродки, нахуй. Ну пиздец, блядь. Короче, зависло нахуй все. Сербер. И на рейте лично. Дебаф по друиду дали. Раздали контролы, Каз, бейте могу. На лейсбанке. Я кащу кого-то. Вампирик кинул. Да, там палец висит, не здесь. Умираем. В Ондра в лосте где-то, что ли. Не могла. А чего ты плохо по боссу идёшь? Прям вообще плохо. У нас что там, блядь? 5 пачек хорошо будет выходить? Вы там дамажите вообще или нет? Или вы, блядь, по ФК шли нахуй, еще хуже все стало. Я не могу понять просто. Сейчас посмотрим на ДПС. Я уже вижу по ДПС. На 7 лямах выходил трэш. А он вышел на 1. Контрол раздать. Мирай контрол. Ну. 10 секунд до выхода нового трэша. 4 ляма босс. Падайте нахуй. Все ущербные нахуй, я не знаю, просто это пиздец. Не хильте. Ну зайдите в лужу быстрее. Быть лужа вообще не домашняя.
моей воле! Опять ты все тикает. Это пиздец какой-то, не знаю. Что это за хуйня вообще? Ну неужели, ну блядь, ну сука, я чувствую, сгорю нахуй. Я уже не могу нахуй, уже на грани срыва нахуй, вот этой хуйни. Духа взрываете нахуй, хуйней какой-то занимаетесь, ну это просто пиздец. Че, Лондер умер, да? Он же на боссе, по-моему, висит. Рука занята была. Да-да, так же, как у вас. А там подспорить надо, подхилить. Че? Подбафать может, блядь. Все-таки надо мазбафать. Это хардмод, бро. Че я буду напрягаться, ебать? Чуваки, вы бафы раздать не можете? И вот ты просто серьезно, ты не можешь приста бафы раздать, и ты мне что-то будешь говорить за ДПС, нахуй? Мысли, я сразу пил. Давайте, все, давайте вы будете смотреть за собой, может. Или если вы, блядь, не хотите стараться, так вы скажите, давайте мы разведемся. Нахуй вы мое время тратите? Нахуй мне это сидеть и терпеть вот это вот все, блядь, если вам похуй. Давайте. Давай счет. Лапки снова нет? Была, она скинулась. А, нет, есть. Нет, есть, теперь есть. Бафы скидываются просто, нахуй. Надо бафать после того, как появилась. Бафы снимаются, просто босс появляется, они когда еще делают. Раздали контролы быстрее. Два хила и мелха. Разбейте, МК сейчас будет лужа выше на спид. Вот. МК раздали контролы. Перетенка и Кратос контрол не убить. Протопауэр конференции. Кратос в миллизоне. Потрешим чувак, прохил сейчас умрет. Теперь в тебя, Кирилл? Да. Сейчас МК, МК раздали контролы. Филиппа не убейте. Кремл босс, 2.5. Один переродился. Я вижу, сколько боссов это. Просил, по трэшу все свечи, трэш, боссы стопнули. Все в трэш сыграли, добейте физроном этого приверженца ебуки. Все, по боссу обратно сыграли, по боссу обратно сыграли, на меня наплыв. Максимально наплыл на Феникс. Лужа вышла. Фонарь дэс крупный сейчас. Да. Духи новые пошли. Один в рамбе. Два ряда. Угу. На пол фонаря. Духи аккуратно новые. Под босс один бежит. Зависло. Мне зависло. Глю, дай стекру. Духи, но один в рамбе около квадрата там, второй его знает. С лестницы спускается второй. Около полмесяца. А, я завис. Я на баху. Духи, но... Два звезде. С полмесяц бежит аккуратно, он за хантом кит. Двух квадрат. Малый сбан. У меня игра застыла. Полумесяц аккуратно.
Дайте на пол в меня. Фонарик, блядь, на шаманшину мы выкинули. Один полуместе, другой около... Отвист. Один под боссом бежит аккуратно. Контроллер сдайте. Блять, ну диспел хип ебаный кто-то дал. Воздух. Один в ромбике. Кем-то уже. Все, чувак, воздух, нахуй, падайте. Слушай, ну... Меня, конечно, охуенные духи, да. Ну вот этих духов вообще не знаю, я просто реально взорвать, наверное. Будет еще вот у кого патч, надо вдвоем минус давать, и кто не подловит таких духов. А с таким патчем ты хрен его словишь? Ну, а вот есть патч, который лаги убирает, нахуй? Да, есть. Ты знаешь, я сейчас подключал, нахуй, все, и... Блять, ну все нахуй. Омин, блять, хаду, рекаунт, нахуй. Просто все. Я ставился, блять, в Вуду, нахуй. И ДБМ, все нахуй. Просто все остальное нахуй снес. У меня, кстати, что-то 30 FPS вроде держится. Батя, они огромные, нахуй. Они пиздатые. Обычные, блять. Теперь хотя бы глаз цепляют их сразу, когда их видят. Это будто мобы скары, да, вот эти? Если бы красный был бы покруче. Не, никого не было. Не, огромного духа сразу видно. Просто красный. Ты не ешь, все равно, блядь, босс, когда появится, тебе снимется баф, лучше рестник, кто лежит. Не, блядь, ну куда, Бондр. Не добавился. Давайте сразу это ставим. Че ты там, кстати, Бентли уебывался на меня? Нормально я ебашу? Как умер, чувак? Так. Не, я просто смотрел, его никто не усилил, нихуя. Вот я смотрел, да ты тогда умер, там ты 11 давал или что-то, 11500. А почему, объясните мне, уважаемые хилы, почему по чуваме, блять, вот 74% у него было 9 секунд назад. И вот, блять, вот ладно, 10 секунд назад у него было 100%. Вот с 9 секунд у него снижалось ХП 74, 70, 63, 58, 50, 43. И вот за 7 секунд его похилило только буря нахуй. Хилиться или слива. Ну, блядь, как это вообще? Ну, один хил был в контроле. Королева. Ну, блядь, ну и что, что один был хил в контроле? Ну, пиздец, что остальные делают? Я хуею, блядь. Давайте это править. Может, время, типа, 20 минут. Мы, наверное, драйв только сколько? 10, наверное, сделали. 20 минут под минусом. Да, тут уже сказали, некоторым похуй. Минусовать просто еще. Дайте лапу, прямо сейчас. Уже столько было сказано, что я не знаю, но уже можно было... Кто опять бафал защиту темной магии? Пуста. Кристина. Сюда. Я тебе что говорил, Кристина? Я через воду случайно нажал. Ну, блять, ну, я сейчас, я охуею, убери с Вуду нахуй эту хуйню. Нахуя вообще эти защиты темной магии в Вуду, объясни мне просто. Может я, типа, мало хилил, когда вообще пользовался этой хуйней, но... Ну, блять, вот я просто не понимаю, нахуя Вуду защита темной магии? Вообще бафы нахуя там Вуду, если они у тебя бафы, то и так масс. Так чё, бьём или нет? Подслежу, что на были на все. Давай, чё? Сейчас бы баф обидеть. Чувствует победный. Давайте, победный трай. Та-та-та, откис. Давай. Да, давай, я ж тебе сказал, давай, чё? Я сам захелюсь, похую я тут фласк на нас. Вот опять после пула лапка пропала, стекайте. Да это ваш ДБМ ебаный, нахуй, заебали. Ныть нахуй. Снимает то, что сопрот. Походу да, у меня тоже что-то попадало. Не знаю, пин 2000 нахуй. Я ебал нахуй. Пока, одна секунда. Раздай контрол. Масика лют протопош. Короче, они у меня только сейчас в контроль ушли. Ну. Вот, блядь, педали нахуй.
Пиздец. Разгоняй, блядь, энергию на накопитель. Где-то интернет, наверное. Сзади привержу. А, идет, идет. Не стал, давай, стал. Первого заберу. Раздали контроль. Ондру выдай и клюту быстрее. Ондру не убейте. Мирай прохил. И Фелицию. Больно. Проседаю. Ульки, блядь. Если я не умер, но... Один фанатик остался. Ну, трешку. МК сейчас будет. МК. Раздали контролы. Пристрелы наколют только тубе. Пристрелы. Один фанатик переродился. Да, все. Полтора ляма. Сейчас переведем. Оп, немножко по боссу. Давайте фулл по мне. Нормально. Геру? Да, Геру, давайте. Полный на пол Феникса. Так, духи пошли. Один под боссом в сторону квадрата побежал, другой около звезды побежал. На пол фонаря. Раздали контроль, сейчас МК будет. Инстейн. ФД. Так, новые духи. Один под босса бежит аккуратно, другой хуй его знает. Лестница, где леди стояла. На фонаре напуливайте. Духи аккуратно, один в рамбе бежит под босса, другой из квадрата тоже под босса бежит. Мася, БР повойду, дай срочно. Фонарь, дай сокру. Один под мили опять бежит. Не, да... Блять, я лагаю нахуй, меня еще леди не перевели, блять. Ладно. Да, БР. Пиздец. Так, новые духи. Один в мили. Глю, дай сокру. Так, новые духи. Блять, не вижу, где она. На пол Феникса, срочно. Контроль. Контроль раздали. Дайте полный пулы по мне. Дайте в квадрате. Дайте на пулы все меня. Духи аккуратно. Один рамбе. Уже под боссом. Так, духи, но один под боссом аккуратно. Квадрат побежал. Один под боссом бежал. Квадрат. Духи новая. На пол Феникса. Почему? Аккуратно в милизоне. Сейчас должен забрать. Или за контроль. Один под боссом с полумесяц побежал. МК, раздайте контролы. Под боссом. Один под боссом бежит. Блядь, нет как. Чего? Прохил. В боссе дух. Я вижу. Что, будет? Дайте диспэр. Так, духи новые. Срочно. Духи, один в рубе, другой... Его знаете, не вижу. Босса. Дай мана лед. Нажми прямо сейчас. На пол фонаря. Духи, один под боссом. И в сторону босса бежит. Давай. Фонаря напугивайте. Духи новые. Один в рамбе, второй под боссом. И в сторону мили бежит. Меня сейчас милики убьют, блять. Духи новые, аккуратно. Массакр откатился. Давай. Перед сам стань. Перебафнули шамана быстрее. Мася, Б побеги. Два в полумесяца духа. Аккуратно иду в сторону звезды. Под боссом два штуки. Там трэш не справляется. Серый. ШПшники, помогайте по трэшу. Мили идет дух. Мили дух. Я кастую убью. Спиритс. Духи новые. Говорю, дай себе купить. Под босса один бежит. На пол Феникс. Один полумесяц дух.
трэша уже овер. Аккуратно. Или помогайте по трэшу играть. Два везде двух, аккуратно. Один побежал туда, к трэшу. У нас БР есть вообще, блядь? Один, два под боссом, аккуратно. Один квадрат побежал, другой в полумесяц. Дайте контрол. БР. Попробуй. Зубы дай, Юля, почему? Арисейну, БР не хотя бы. Кому? Арисейну хотя бы. Или Фелицию, кого-нибудь. Духи новые. Один в рамбе, другой в квадрате. Один около босса два штуки. Один квадрат побежал. Арисейна смог. Так, духи новые. Один в полумесяце, другой между квадратом и рабом. К боссу бежит. Я умер. Это пизда, очень нет урона. Патрон, забирай босса. Три пока водишь. Я трэш пошел. Блять. На пол фонаря. Нет, трэш забрал. А интересно, почему объясняю. Сейчас, подожди, быстро объясняю. Смотри, допустим, мы по трэшу играем, вот, когда я слева. Я нагрел трех мобов, я смотрю, урона не хватает, уже бегу. Я их веду, они меня не бьют, никого не бьют. Они просто бегут за мной. Я бегу направо, вот, ловлю тех мобов, нагреваю. И челики в них свечаются, я даже агро не успеваю набрать, мне уже надо влево бежать. Уже три пака, блядь, тяжело. Давай, может, я на шпой побью? Побейте? Давай, давай, поозвучиваю, давай. Ну я хуй его знаю, тут смотри, у нас по трэшу играет Мирай, блядь, Реслин, Фелиция, блядь. Это два ретрика, которые, блядь, спешат. Да, но смотри, сейчас я слева увидел сразу, как только слева вышли мобы, двух ВМК взял из них. Двух ВМК взял у Миликов. Ну, всё, это же вообще это мониторили, они сидотали, чтобы помогали. У нас как раз и Адель, и Чувава бегают рядом со мной, типа, у нас... Чувава пусть отбортит. Я всегда в квадрате стою, типа, если вижу, что давай, они бегают. Давайте и... проще, чалы, давайте проще. Вот смотрите, вот три человека играют. Нет. Взорваться нахуй, перерождаться, там будут дебафы, всякая эта хуйня вешаться, заебете дисплей. Вот этой хуйней кайтесь. Ну, вот катится, это плюс, а тут вот хуй. Это плюс вот это нахуй. Вот два спала, которые кайтят эту хуйню. Всё. Ну да, жомы по этой тактике играют. Ну это залупа ебаная. Это не тактика, это говно ебаное. Мы вайпанемся 100%. У нас идеал было это тогда. Вот мы ее убили, когда типа вышел трэш, мы его тык-тык забили, убили быстро. Даже Мелик еще подбежали, босса побили. Серёг, у вас еще тогда кнука был, он хуярил в трэш. Неплохо. Давай я просто засвечу. Не надо ебашить в трэш, тебе же сказали, тупо в трэш играть. Ясно, у нас походу сейчас еще Мирай откиснет. Наверное, батя пришел пизды давать. Угу. Видимо, да. За ухо, наверное, потянуло. Ремня по голой жопе. Надо ему сказать, чтобы микрофон включал, как батя заходит, чтобы мы понимали, пизда ему или нет. 10 дней до школы. Ебать, у нас Риденх убийца, да, у него вроде нет там написано. Ебать, вообще лютый. Да, Рид, который не Энх, и Рид, который Энх. Да. Рид, который не шаман. Риденх, вернее, Энх, который не шаман. Да, который не шаман. И у него самые оригинальные заметки, блядь. Рид, который Энх, и Рид, который не Энх. Это, скорее всего, Лондра, ты написал, да? Ты, вроде, ты говорил. Лондра доставка. Ой, Мирай, блядь. Ты живой там, не? Да, он встал вроде. Да, тело покинул. Только зачем он его покинул, если его резко... Что тебе там батя пизды уже дал, что ли? Мне кажется, ну ты скажи батя, блядь, пиздец, короче, ну вообще, блядь, надо убить босса, нахуй. Вопрос жизни и смерти. Если он здесь, значит, он батя дал пизды, наверное. Он его пизды, сработало, все нормально. А Войд, видели, Войд залагал, у туда за леди ушел, к самой стенке. Да-да, я его даже хилила. Я потом БР принял, блядь, бегал нахуй, начал кастовать грозу, нахуй, она через минуту только кастовалась, нахуй.
Да, да, да. И сурка еще скажу, убил. Рай смогу и подняться за. Так, Ваничелло, да, СС по Арислин, Квакозябр, да, СС по. По Фелиции. Все, на исходной стане поехали. Ну сейчас хотя бы будет у нас будет кто? В команде. Какой класс? А. Паладин. Второй пати. Может, я неправильно читаю, вроде Фелиции. Да я Фелиция. Давай, что ты дай. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Одна секунду. Блять! Мирая, контрол, Мирая, контрол, не убейте Мирая, блин. И Редемха. Ой, блядь. Войд Бэйр, дай быстрее. Могущественный переродился, последователь. Физуроном бейте его. Рибахните, перестань. Сейчас МК будет. Дам айсбаунд впереди. Крафт, бей панель. Я не вроде сбил. Контроль. Отдайте контрол. Контроль, блядь, стек... По локу контроль. Раз, куда идти уже? Диспел, проклять. Больше по боссу, чего вы так мало бьете? Дамажите по нему. Вообще мало, пиздец, ужас, ебаный нахуй. Мы так, блядь, сейчас хуй переведем нахуй, нормально. Ну, блять, переводим на 7, нахуй, сейчас 10 опять. Вы чё там, нахуй, укуришь или что, ебать его в рот? Дашь сзади сало там? Да. Раздали контролы быстрее. И босса хуярить максимально. Каз бить. Вам же одну. Дайс. Блять, ладно. Умираю. Трэш больше. И босса переводить надо. Не, босса переводите. Босса, 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 все босса, 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 максимально босса, быстрее. Быстрее, ну. Не, хуйня, да. Три пачки вышло, падайте нахуй. Ну, блять, как так происходит, объясните мне нахуй. Ну, чё это за хуйня? Ну я понимаю, в МК там берет, может, более сильных людей. Но это. Вы что, прикалываетесь? Ну это не разница, 3 миллиона, нахуй. До выхода, блядь, второй пачки. Третий, точнее. 3 миллиона, блядь. Вы там, блядь, что, нахуй, уже спите или что, я не понимаю, нахуй. Как так можно, блядь? Им за щеку. Не ешьте пока, не ешьте. Ну просто ману, Эдрогейм. Блять, не ешьте рыбу, не тыкайте. Вот теперь ешьте. А как ДБМ отключить эту фишку, чтобы она не диспелила баф и пули? Удалить ДБМ. Ну, заходишь на леди, там есть прям галочка в настройках, типа, не снимать. О, заебало это уже. Без бафа бью. Это где вот типа босс, да, вот этот, типа целка? Или куда тут? Банжур, ёпта.
Давайте толпой быстрее, поехали. Речь, ребят, давайте. Соберитесь, блядь. Думайте головой. Один пул, блядь, за сегодня более-менее адекватный. И то, блядь, танк уронили. Давайте, пока там. Чё, яйца собрали в кулак? Про Лёву мать слышали? Разбей фонарь. Дальний мост видишь? Да, всё видел. Дамка, раздайте контроль. Скорее всего, бэт. Я не контроль, а в тучке. Сейчас выйду, начну пиздить. Я фернул. Я дал палец. Контроль, конечно. Да, пауэр. Диспель. Не, не диспель, ты умру. Диспельнули. Вот там. Трэш. Приверженцем, чем дальше шли. Ток уже поесть. Кас. Да снили, бери его. Раздайте контролы. Мира и контрол, блядь, циклоны максимально, блин. Дал айсбаунд, короче. Приверженца последнего добивайте. Физой. Треш, 3 секунды, но... Ну, сейчас вы заебись идете, нахуй, лучше, чем обычно, да? Да я не лагаю, просто. Все яйца. В кулаке? Ну да. Так, тихо, сейчас МК, 3 секунды. И будем по боссу стопать, я в трэш будет свечиться. Сейчас МК, раздали контролы, сейчас будет. Раздали контролы, по боссу стопнули, сыграйте все по трэшу, все в трэш. И максимально контрольте людей. Один фанатик переродился там. Все, пинайте босса дальше. Босса пинайте. Так, сейчас все на пулы по мне. Довольно. Пришла пора взять все в свои руки. Дай сокруг фонарь. Да. Напуливайте лучше Феникса. Так, духи, аккуратно. Один под боссом, другой в рамбе. Мне уже не надо на пул. Мы чуть не тебя начинали. Только Козябр королева законтролили, аккуратно. Ну, блять, милики, ну ебаный ты в рот, нахуй. Ну а что это за хуйня? Ну сколько можно? Лучше, один в рамбе. Ну, блять, я не знаю, сходите там пивка нахуй попейте, блять, завтра, я хуй его знаю. Извините, ну, минус... Минус 3, блять. Еще один в рамбе. Бежит в мили. Может по БР? У тебя есть ставить под боссом? Два штуки под боссом, два штуки. За мной один. Майк, дай БР по Бебе. Войт, дай БР по... А, блядь. Когда еще? Да, когда. Серый, если сможешь, дашь БР по Рибе. Духи новые, аккуратно. На пол Феникса. В миле идет. Дай себе круглю. Спирит. Духи новые. Блять, неудобно смотреть. Люди бегут за ним. В миле. А, не в миле, не падает. Квадрат взорвал кто-то. Я даже вижу, кто. Один в рамбе. Два в рамбе. Блять, уже все равно лежат люди. Эх, конченые. Spirit. Даже патч не помогает. А можно диспел? Просто не все его скачали. По фонарю на пол нужно, блять. Невозможно. Падать.
Минус они мне. Он у меня за спиной прям появился, я за эффектов даже не увидел. Разовое такое бывает. А кто мини-зон-то взорвал? Какой-то что-то не понял, как мы с Бебом сдохли вообще. Я паладин, походу, Арислин взорвал. Сейчас страйк кончится, напишет тогда. Ну, я точно знаю, что от меня один взорвался. Я либо взорвал, чисто, сердечное признание. Квак, второй раз уже меня взрывает. Рундель? Нет смысла вообще тут дальше сидеть, блядь. Ну просто все вот это уберите свою гордость, скачайте аддоны, чтобы не было таких ошибок. Там его невозможно. Да скачал. Да, блядь, мне кажется, даже этот аддон уже не помогает людям. Все, забейте, вот, это вот. Нет смысла, нахуй. Да ну, вот ты говоришь, я без аддона сижу, вот сейчас будет ситуация, ты, блин, ну я первый раз залутал. Как бы я тоже нахуй, без аддона могу ничего. Сидеть ловить, но зачем? Я лучше, как бы, снижу вероятность после его поймания. Давайте мы и разойдемся в пилонах. Не хотите... Следующий раз. Каждый раз, когда меняются люди, блядь, и которым похуй, это сложно. Пиво реармить, пока не. Блядь, холит сейчас, блядь, все духи, по-моему, у нас были, да? Мы с тобой бегали без остановки. Да, за мной две штуки тоже бежал. Не, мы там вообще там штуки 30. Да не гоните, вот смотри, мы... Вот так возьмите, поминусуйте кто-нибудь. Танк минус, и у нас два духа появляется. Постоянно, блядь. Андрей, минусани мне половину, чтобы для всех было уроком. Минус я хочу ИП? Половину, давай. Чтобы мне сняли за духа. Не, именно половину моего ИП общего. Потому что это уже, не знаю. Не фонарь. Нет, я не могу просто смотреть. Почему я должен стараться для других? Вечно куда-то бегать, что-то смотреть. Терпение не резиновое у человека в целом. Там же еще кто-то ловил. Говорит, что духов не мог, это, типа, стыдно, как стыдно, а кто-то сам ловил. Это ужас, может, просто убьем его? Вот этого босса. Полутаем шмотки и дальше пойдем? Не цените мне просто половину. Пусть будет это уроком для всех. Вот вы знаете, вот кто-то сидит, говорит, я не скачал. Я говорю, то, что если есть вариант, типа, как-то упростить, ну, упростить, если не можем пройти. Типа, сейчас я говорю, кто-то поймает без патча и будет потом говорить, блин, а я вот без патча, поэтому я поймал там первый раз. Поэтому... Блять, давай переиграем вообще тактику, давайте, это, слышите, вот на второй фазе вообще все РДД, блять, у сюда под милизону нахуй станут, вообще все, блять, вообще абсолютно все. Кроме миликов, которые будут бегать. Ну все, и смотрите, где духи спавнятся. Все, что просто... Хуйня. Резнуться в них сразу нахуй, будет взрыв нахуй. Это хуйня будет. Полная. Давайте нахуй. Вы обновите, посмотрите, масса настроек. Нет, не вас. Ебали, загнали меня в тильт нахуй. Давай, чё теперь? 5, 4, 3, 2, 1. Лужа и каст. Сбил каст. Мирай, мин. Блять, Мирай, почему ты не отошел? Ну там лужа кинулась. Че ты не отошел, скажи мне? Раздайте контроль. Хуёво ты отошел, блять. Приверженность Рэдди, надо как-то привести его. Контроль шамал сейчас убьет. Войд БР, дай быстрее по нему. Еще фанатик переродился. Пьерно, блять. Перебахните ДК. Быстрее. Нет. Сейчас новый трэш будет. А пристен, кажется, что там? Как раз вырубился нахуй интернет. Давай без него пока поиграем. Хорошо. Не, на пулу 6 за сегодня, когда там, блядь, кого-то выкинуло, кого-то еще что-то. Ну, контрольте, еще раз мираю, перепадайте. Обновляем контроль.
Не хочу этот рай. Просто. Так мы падаем или что, мы бьем? Ну дайте команду. Я не понимаю. Мы падаем, я же сказал уже. Ну все, тогда у нас нет ПР, у нас умер Мелич. У нас вылетел человек. Ну, шестой пул уже, по-моему, по счету, когда вылетает там. Мельчик, убей меня. Это есть где-то записи, как другие убивали этого босса? Нахуя записи, если мы сами убивали, нахуй, и все было нормально. Поменялись люди, поменялось отношение людей, вот и все. Некоторых. Интересно, как бьют. Так а хули там смотреть, ну, блядь, все по стандарту, нахуй. Вот то, что те, кто придумывают велосипед, блядь, ну это хуйня полная. Ну типа сейчас уже не вариант ничего тестить, типа уже время. Да и нет смысла тестить, все так убивается, нахуй. Откройте глаза, блядь, и все будет хорошо, нахуй. Все, что нужно, понажимать немножко на кнопочку. Это прям все. И все будет хорошо. Не, ну тут видишь, тут когда челик вылетает, уже ничего не сделаешь. Ну вылетел интернет и все. Залагало, зависло. Да и хуй с ним, это в 4 хила можно прохилить. Можно есть. Так, а зачем мы тогда легли? Если 4 хила это можно прохилить было. БР все когда вот, умирают. Я уже 2 раза умер, да. Ну, блядь, потому что может чувау там не прохилили и так далее. Может хилы спят или что, ну. Зачем мне за каждым смотреть, следить эту хуйню? У меня нету людей, которых заменить. Если бы у меня были люди, которые заменять, я бы тут поменял уже, блядь, 10 человек. Не ресли близко, да? Да, и ресли уже. Только не беги вперед, можешь запутаться. Орелок быстрый у меня, бегит 2. Ну, просто я не вижу смысла что-то там объяснять человеку, если он до сих пор это не понял. Я уже просто устал каждый раз одно и то же повторять. Но тут я, блядь, заметил у многих, что, блядь, они смотрят на такое чувство, что на клавиатуру, блядь, а не на экран. Ну, это я не знаю, как по-другому объяснить. Чё, бьём? Бьём. Сейчас, секунду, подождите, релогнусь, у меня аддон багнулся. А, кстати, как там можно контролить пэтов, когда тебя в МК берут или нет? Нет. Фигом. Ну, блядь, когда... Дайте, пожалуйста, моих волков, они чё-то нахуй сейчас не сожрали, сейчас приста. Да, это жестко. Ну, фир, а ты, ты не можешь, когда в контроле на... Я пытался отпустить их. Ну, это первый контроль, поэтому так получилось. Клипнут кнопки. Чё там, готовы все, не? Типа, если Шаман Тотем ещё можешь контролировать в МК, но... Вроде чека не было. Ну что, вы попиздели? Ну да. Слава богу, хоть что-то. Хорошо. Ну просто по сути был, видишь. Давай что-то, блин. Нисходные стали, соберитесь, блядь. Просто соберитесь, блядь. Посмотрите нормально и понатыкайте свои кнопки, блядь. Подумайте головой, не задним проходом. Спасибо. Каст. Не вижу. Там Серега уже сбил вроде бы. Да, он может. Лохан, Кратос, Мася, законтролили быстрее Кратос. Ну блять, ну ребята, ну чё за хуйня? Ну сколько раз мне повторять? Ну стопайте в АУЕ перед МК, блять. Нахуя вы убиваете постоянно? Ну сколько раз мне это повторить? Вы что, блять, обезьяны не запоминаете или что, блять? Верить? Да. Ну сколько можно, реально? Ну уже цирк ебучий, нахуй. Бля, можешь я, пожалуйста, ребафнуть лапу и пристабаф? Только что бафнул. Нахуя фонарь, блядь? Привычка. Ну вот, сейчас подойдут еще. Нормально же. Ротали контрол, умирая крат свой. Не убейте их, далось баунд. Каз бейте, блядь! Хорош. Сбил.
Добейте ебаный трэш. Физрой. Физом. Два примерно. Плюс один фнатик остался. Нормально. Будет. Раздали контролы. Ритен, Крокузя, Бара, Реслина. Реслина не убейте. Побежал там. Каз, бейте. Я вижу, тихо. По боссу стопнули. По трэшу немножко сыграли. Нет, в пизду дальше босса. Бейте, бейте босса сейчас, потому что, блядь, не успеете. Фул на пулы в меня сейчас. Нарь, давай сикро. На пул меня. Квадрат побежал. На пул фонаря. Духи новые. Один в рамбе, другой около звезды. Два в рамбе, точнее. Отведи там пристена. Давайте диспел фулфир бегу. Духи новые. Один квадрат бежит. Ну хан, ты что умудрился умереть, красавчик. Умели. Мася, дай БР по милханту. Духи новые кракли. В медведя дух. Милхан, вставай. Раздали контролы. Милханта бы этого ребахните. Духи новые аккуратно. В квадрате там один. Так, сейчас новый будет. Один в полумесяце, другой около рамба вроде. Блять, за мной бежит. На пол феникса. Пол на пол в меня. Один под боссом, блять, под боссом аккуратно. Опять за мной, сука, бежит. Опять под боссом. Глю, дай сокру. Прохил рейд. Духи новые, под боссом два штуки. Один квадрат побежал, второй тоже туда. Контроллер, сдали МК быстрее. Законтрольте, не убейте. Я отвожу босса. Диспел. Прохил рейд. Духи аккуратно, один под босса, второго не вижу. Так, новые духи. Один в рамбе, другой в квадрате. Поставь ТТМ. Клюты. Дух аккуратно. Один везде, другой под боссом. Мелизона побежал. Фонарь, дай сокру. Духи новые аккуратно. А под босса бежит один. Раздали контролы. Законтрольте быстрее. Блять. Духи новые. Один в рамбе. Под босса бежит. На пул феникса. Мелизона. Так, духи новые. Хуй его знает, где не вижу, блядь. Один а, квадрат. Все, вижу, один. В ром два штуки. Фелиция опять умер, блядь. Ой, дашь БР по Фелиции. Духи новые, аккуратно. Квадрат звезды. Один со звезды квадрат, она. Один под боссом, другой в полумесяце. И под босса бежит. Походу за мной, кстати. Не за мной. Раздали контролы. Сейчас есть баунда. Паундри сальву. Один под боссом, аккуратно. Один диспел, в рамбе. Блядь. Побежал. Войд БР по Фелиции. Дайте паундри сальву. Сохан. Блядь, чувак, у вас сдохну. Да все, забейте нахуй, это хуета ебаная, блядь, чело духов убегает от этих. В меня два духа, идиот. Два духа, блядь, поймите. А БР есть? Может, я еще подержу? Чело убегает, блядь, от помощника. Приверженцы вот эти вот. Убегает, блядь, через всю комнату. Ну это охуеть вообще.
пытаешься духа закатить этого. Еще, блядь, через всю комнату бежишь. Честно говоря, я хуй его знает. Я вот посмотрел по скринам нахуй. На этих духов, блядь. Я не знаю, как их можно не увидеть, как можно не отбежать. Это прям очень. Ну ничего, пишет, у него интернет упал полностью. Нахуй. Звезда. Вот появляется дух в звезде. Вот сейчас было. Я хуй кто бежал. Блядь, в звезде дух идет за мной. Я ловлю двух вот этих, блядь, пиздюков. Один бежит вот туда в полумесяц, в ромбик, и кто-то убегает через всю комнату. Хуй, так у нас сейчас умер. Разве умер кто-то от духа? Блядь, мне ловить трэш, как мне объясни, как мне трэш ловить? Объясняй. Там, ну, ситуация была неприятная. Я не знаю, как... Дух на тебе был и... Вот я тут, вот, блядь, Мишка, вот я вот тут... Сейчас, подожди. Вот тут появляется дух, он идет за мной. Я ловлю центрального, вот этого. Отхожу, он идет за мной. Куда мне, блядь, идти? Я от него убегаю. Вон там чел, блядь, полумесяц, убегает от пиздюка вот этого. Не, Хант умер. Соверши маневр. Он убежает, блядь, убегает вот сюда, блядь, полумесяц, нахуй, ромбик, и вот сюда, блядь, прибегает. Ну, вот так вот. Друг сделал с мобом, я видел, да. Кайтит, блядь, вот сюда, ебать. И он его пиздит, и что мне делать с этим? А ты с какого окна начинаешь ловить трэш? Центральное? Ну, какое? Ну, центр стоит, чтобы удобно. Я типа вот, вот забираю отсюда, милишкой даю, потом таунт дальнего, и вот милишка еще здесь. Это удобно, в принципе. И собирается где-то вот здесь. У меня, блядь, у меня есть волшебный огонь, зверь, блядь, и таунт, все. Больше у меня ничего нет. А этого достаточно? Это... Милики, если и... умные, они заметят. И ты наберешь агро, когда они все подойдут сюда. Кастер же отсюда появляется. Вот в том окне, да, это будет проблематично. Они по бокам. Блядь, слово умные, нахуй, это уже забей, все. Пизда, пошли, край. Ну у нас же не из рук. Все, спокойно, соберитесь. Напула же нету, никакого нету, ничего нету, просто. Ну, блядь, вообще я не могу пол... забрать. Такой. Да, там только один на пол. Да, меня просто Рит в МК захуярил, нахуй, и зал потом въебал. Я не знаю, как ты хуёво контролил. Так это ж Ритен. Так это, ну, блядь, окно. Ну он жесткий, да, хули тут. Научу нахуй людей контролить или что? Не, да не, он не снимается. У меня просто пятый. У меня шок въебал.